Arc Benefit M2 Hard Reset. Зажимаем две клавиши, кнопку громкости вверх и кнопку питания. Две клавиши держим, пока не загорится экран. Экран загорится, питание отпустить, а вверх продолжить держать. Если вверх не сработает, то использовать кнопку громкости вниз. Экран загорелся, питание отпустили, а вверх продолжаем держать. Загорелся зеленый робот, нажимаем питание. Не срабатывает, нажимаем вверх. Если вверх не срабатывает, то питание зажать и коротко нажать вверх. Опускаете из застройки Wipe Data Factory Reset и нажимаете питание. Здесь выбираете строчку ЕС для этого User Data. Он делает сброс. Внизу нужно дождаться надписи Data Wipe Complete. Он перебросит вот в это предыдущее меню, а здесь выбираете первую строчку Reboot System Now. Телефон перезагрузится, сбросит свои настройки. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.